молодом 60-м рождался мирный ледокольный флот, и слово устрашающее «атом» приобрело вдруг новый оборот. С тех давних пор приливы и отливы, лаская камни северной земли, на этом месте Кольского залива покачивают плавно корабли. Здесь много лет потери и успехи, похожие порой на чудеса, мы превращали в жизненные вехи, ремонтные воздвигнув корпуса. И ледокол, и Ленин, и Россия, и Арктика, Вайга, Чьямал, Таймыр, им поддалась ледовая стихия, прославили Россию на весь мир. И в летний день, и в час полярной ночи ждем корабли из ледяных окоп, и путь причалом будет тем короче, чем крепче дружба нас и моряков. И путь причалом будет тем короче, чем крепче дружба.